Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня будет третий секрет облачного майнинга EOBOT, о котором не знают 99% людей, которые майнят криптовалюту в этом сервисе облачного майнинга. Итак, здесь есть кран. Кран, в который можно заходить один раз в сутки и добывать там криптовалюту, которая бесплатно попадает на ваш аккаунт, именно на то, что вы сейчас майните. Если вы майните биткоины, то этот бонус будет на биткоины зачислен. Если вы майните облако, то будет на облако. Если какая-то другая криптовалюта, то на что-то, что вы сейчас майните. Итак, мы заходим на вкладку Faucet. И что мы здесь видим? Здесь просто вот такая рекламка есть от Гугла сверху, снизу, да, и здесь нам надо просто разгадать капчу. То есть вот мы видим слово, берем и вводим его сюда. Так, это что? Это он, наверное. И нажимаем кнопочку Jet Faucet Revet. После чего нам будет начислен бонус. Но он начисляется только один раз в сутки. То есть сегодня я уже этот бонус забрал на сегодняшний момент. И следующий, ну, на следующий день можно будет еще раз зайти и получить бонус. Пользуйтесь регулярно один раз в день. Заходите сюда, на эту вкладочку. Еще раз напоминаю, она находится вот здесь, вкладке «Продукты», и именно вот третья сверху. Заходите сюда, отгадывайте один раз в день капчу, и эта капча попадает на ваш аккаунт, непосредственно на то, что вы майните именно сейчас. Будь то биткоин, литкоин, блэккоин и так далее, или же облако, там любой из вариантов. Это был третий секрет облачного майнинга EOBOT. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал, не пропускайте новости. И если у вас есть какие-то вопросы, оставляйте в комментариях под этим видео. Я постараюсь ответить на все ваши вопросы, ну, конечно же, по силе возможности. На этом все, до встречи в следующем видео. И следующий секрет, который мы рассмотрим, это будет как заработать на реферальной программе. До встречи в следующем видео.